Я чрезвычайный полномочный посол Республики Беларусь в Украине Сокол Игорь Сергеевич. Так, вы давно пребываете на территории приют? Украины? 2016 года. Значит, наш глава Державної прикордонної служби України, так, генерал-майор Дейнека Сергій Васильович, наказав передати вашому председателю пограничного комітету Республіки Білорусь генерал-лейтенанту Лапо пламенний привіт і лично передати 30 серебрів. Це приказ. И это вручить своему генерал-лейтенанту Лапу. Это приказ для вас, но не для меня. С презрением.